Привет! С вами Александр Анатольевич и последняя музыкальная новость. В этом выпуске. Звезды музыки и кино снова взялись за борьбу с пиратами. Русские диджеи готовятся к встрече с Фэтбой Слимом. Где можно увидеть мультик про Эминема? Гости Московского кинофестиваля «Звезды музыки и кино» снова призывают меломанов помочь в борьбе за качественный звук и красивые диски. 27 июня в парке Горького прошел большой фестиваль под названием «Остановим пиратство». Подобная акция уже проводилась год назад, однако с тех пор полностью побороть пиратов не удалось. Те, кто пришли на антипиратскую акцию, получили возможность обменять пиратские диски на лицензионные. Происходит обмен, чтобы люди почувствовали разницу. Я думаю, что при наших сейчас совершенных технологиях, при том, что действительно иногда пиратская продукция не уступает легальной по качеству, все-таки большие тиражи есть бракованные продукции с искаженным звуком. Ну а музыканты заинтересованы в истреблении пиратства, пожалуй, больше всех. Ужасно не люблю, ненавижу. Очень, как к ним можно относиться? Берут чужой труд и как бы зарабатывают на этом сами деньги. Выпускают ужасное качество, обманывают людей. Очень негативно я к этому отношусь. Мы не видели пока своих пиратских дисков, но мы в одном городе увидели пиратский пакетик со слипками, на котором была наша фотография. И мы были, конечно, шокированы, но, с другой стороны, это очень приятно, потому что это лишний раз повышает нашу популярность. Предпочтительнее стараться покупать оригинальные фирменные диски. Потому что я, например, если и покупаю пиратские диски, то чтобы ознакомиться с материалом раньше, чем он выходит официально.